впечатления от игры сугубо положительные. Также хотелось бы отметить вторую команду. И мы, и команда соперников очень постарались. Наша команда очень дружная за счет того, что мы как большая семья. Мы за счет этого и победили. Россия очень хорошая и сильная команда. И Япония также не отстает и очень будет стараться. Несмотря на то, что с какой страной они будут играть, они будут очень стараться победить. В целом игра была очень хорошая, сложная, так и для болельщиков, и для нас. Япония, она по тактике сильная, она это показала и как бы выиграла. Мы сделали все, что в наших силах, мы постарались. Ну, в целом, как бы, очень хорошая игра была. В команде было очень сложно, так как мы первый раз в таком формате играем. И первые игры, как бы, очень сложно было, как бы, друг другу. Потом мы уже поняли, как надо играть, уже друг друга почувствовали, и, думаю, у нас получилось. Первую игру мы попали с Казахстаном, не играли в таком формате. Как бы это для нас что-то новое, и мы уже как бы знаем, да, как казахи играют, и постараемся выиграть. Нам очень понравилось такие игры, очень интересно. Организаторам большое спасибо, что организовали такие соревнования. И если будет возможность, если позовут, обязательно с удовольствием будем участвовать.